Да. Вот так это очень наглядно. Видите, вот так вот живут семьи. Но сейчас есть две семьи, но сегодня у нас уже возникла третья семья. Поэтому я хотел бы пригласить Машу, чтобы она могла взять свечу из рук своих родителей. И в свою очередь Филиппа, чтобы он взял свечу из рук своих родителей. А теперь, дорогие друзья, вы должны из этих двух свечей зажечь свою свечу. Вы видите, она большая, вся жизнь впереди. И хотя три семьи продолжают жить, но сегодня мы свое внимание обращаем на новую семью. Поэтому свечи вот эти нужно потушить. Я хотел бы, чтобы родители не переживали. Это не означает, что я таким образом их вычеркиваю из жизни. Это означает то, что у них теперь есть своя собственная семья. Поэтому хотел бы обратиться к родителям, чтобы вы ценили. Они только начинают, они неопытные, но у них все впереди. Я благодарен вам, вы можете занять свои места. И вновь мы говорим о том, что Бог благословил. Желаем вам счастья, дорогие.